День знаний – особенный день не только для первоклашек, но и для книжных героев. В Магаданской областной детской библиотеке прошло мероприятие для ребят «Путешествие Незнайки в школу». Красочные поделки, иллюстрация к новой сказке – результат знакомства детей с жителями Луны. Эта дружба способствует одновременному развитию мелкой моторики, тренировке навыков счета и чтения, которые будут нужны малышам в школе. К нам очень часто приходят ребята вместе с бабушками, с дедушками, с мамами, с папами, которые творят, созидают вместе и обмениваются впечатлениями. В областной детской библиотеке регулярно проходят встречи ребят с героями известных сказок. Сотрудники учреждения готовят программу, учитывающую возраст и навык детей. Разнообразная тематика таких мероприятий всегда вызывает у малышей неподдельный интерес, дает возможность проявить себя и, конечно же, пробуждает любовь к книге, путеводителю в мир знаний. Вот у нас Мила сегодня будет, Чиполлино, потому что она в годовом.